воскресенье в Самарской области погода испортится. Пасмурно, пройдет дождь, местами сильный. Температура воздуха днем 14-16 с плюсом, ночью 11-13 выше 0. Ветер северный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, пройдет дождь, днем плюс 15, ночью 13 выше 0. Северный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти тучи и дождь, температура воздуха днем плюс 15, ночью плюс 13, северный ветер 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно и дождь, днем плюс 14, ночью плюс 12, северо-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 87%, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.